Не торопись, Стас, очень часто бьешь, не надо. Пусть он постоит немножечко, да? Да-да, все правильно. Я, Юр, делаю увод рукой. И входи быстро, сразу к спине. Не делаешь, ну, прокрути правильно. Гедан Бараев там вот так работает. Хорошо, Стас, руки повыше, Стас. Расслабляйся, вверх, пусть расслаблен будет. Вот так, молодец, хорошо, вот так вот. Хорошо. Молодец, Олейников, молодец. Еще раз второй, то же самое. Второй, молодец, Стас, очень хорошо. То же самое. Ну, а что это за удары такие? Давай, соберись нормально, хлестай по нему на скорость. Видишь, парень хочет работать. Вот проблема в том, что он тебя бьет внутренний лоу-кик. А этого не должно быть. Ты должен так корпус убирать с расчетом, чтобы тебя не перебили внутреннее колено правое. Он три раза тебя попал. Олейников, здесь двигайся. Олейников, вот здесь вот двигайся. А вот там мальчики на своей площадке. Юра правильно бил в длинный, он тебе показал, что он достает другим. Да, видишь, попадает он. На ногах хорошо стой, Стас, и уходи, неправильно. Четкий взрыв назад, увод ноги. Не-не, полностью корпусом уходим ровным. Куда бы он ни бил. Ты не должен не получать ни в голову, ни в перчатке, маваши. Вот, вот так, и вернулся, молодец. Вот так вот. Рука здесь ничего не делает, тут рука просто дополнительная опция, здесь основной в стойке, да. Поменяли стоечку, теперь Стас то же самое бьет. Задний левый. Не, Юр, у тебя тоже стойка поменена сейчас. Не ходи назад, Юр, постоянно не ходи, подожми его. Ты ходишь назад, у тебя нет какой-то ответки, раз, и к нему подойти должен был, да. Пока слабо очень. Вот так и к нему, да, рукой, да. В чем задание заключалось? Быстро отойти, быстро подойти. Хорошо. Стас, хорошо, молодец. Молодец, хорошо. Хорошо, Стас, молодец, докручивайся. Сейчас не бей передней рукой, бей только маваши, да, то есть пусть он только на маваши реагирует. В принципе, это все те дела, Юра, которые были на миксе. Да, вот то, что тебе надо резко отходить, подходить и с ударами. И подошел, молодец, вот так, молодец, хорошо. Стоп, молодцы, хорошо. Стас, молодец, отдохнули. Молодец, хорошо подавал. Четко.